Студентки ГПК закупили 16 гелевых шаров, затем они продали их прохожим по свободной цене. Кто-то покупал шары по 50, а кто-то по 100 и даже по 500 рублей. Всего молодым ребятам удалось собрать около 5000 рублей. На самом деле я думала, что мы не соберем сумму, но были очень такие добрые, отзывчивые люди, которые давали не просто там по 100, по 200 рублей, они кидали и большие, и крупные суммы. Мне казалось, что вот прохожим людям, ну, кто даст? Да, мы, значит, объявляли свободную цену на шар, что вот у нас проходит такая акция, не хотите ли вы принять участие? Вот, ну, знаете, я кое-что для себя подметила, в большинстве случаев нам помогали именно мужчины. Это были дяденьки, помню, это было после пятницы, и все решили творить добро. На вырученные средства студенты купили рубашку, брюки, обувь и портфель первокласснику. Затем ребята отправились к малоимущей семье и вручили школьный набор. Спасибо, я буду стараться учиться на отлично. Кто был инициатором этого всего? Дай Аллах здоровья, чтобы побольше таких добрых людей. Ну и что еще сказать? Всем здоровья. Активисты ГПК уверены, творить добро несложно, главное – чуточку желания. Они передают эту эстафету студентам других учебных заведений. Молодые ребята надеются, что цепочка добрых дел продолжится, ведь только у фонда «Инсан» в числе малоимущих находится более 10 тысяч семей, каждый из которых мы можем помочь. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.